Всем привет, друзья! Вот у нас помпа. Это помпа ВАЗовская. Чем же отличается 16-клапанная помпа от 8-клапанной помпы? Хочу вот в этом ролике вам рассказать. Ничего тут хитрого нет. Блоки-то вроде одинаковые, но они все-таки отличаются. Отличаются они чуть-чуть, но все-таки отличаются. И, в принципе, могут даже установиться на обе автомобиля. Ну, есть и минусы. Нужно устанавливать именно ту помпу, которая она предназначена. Давайте посмотрим отличие 8-клапанной помпы от 16-клапанной. Вот это ГРМ-ка 8-клапанная. В принципе, сразу все понятно, да? Стало, наверное. Просто много кто спрашивает, а чем они отличаются 16-клапанной? Видите, как ГРМ сел? В принципе, сел нормально. Он сел на свои зубчики, как положено. В принципе, зубчики, они одинаковые на ГРМ. А вот здесь-то видно разницу сразу, да? Что шкив-то, шестеренка. Намного больше, чуть не в два раза. Вот это 8-клапанный двигателя, нижний шестеренка. Она видно намного уже. Давайте вот прикинем, тоже сидит как свое. Ну, она и есть свое. Видите, какой здесь зазор? Никакого. ГРМ сел на свое место. А это помпа. В принципе, отличается шкивами. 16-клапанный намного больше шкив. 8-клапанный меньше шкив. Вот их отличие. На посадочное место они сядут. Сюда даже можно ставить второй ремень. Но правда его не поставишь, если сильно не захочешь. Вот чем, ребят, отличается. Еще отличается отверстие. Здесь дополнительное отверстие есть под кожух. Вот этот болт крепит кожух. На 8-клапанную его нет. Здесь крепится цилиндру. Здесь крепится к блоку цилиндра. И здесь тоже к блоку цилиндра. Одна ушка остается для кожуха. Вот мы разобрали, чем отличается помпа 8-клапанная от 16-клапанной. Это у нас 16-клапанная помпа, ребята.